Сатурн дубль 3, 19 июня 2019 год, Харьков, 0.36 по Киеву. Сейчас коротенько снимем, попытаемся сразу всю нашу триаду. Сатурн сегодня сближается с Луной, с практически полной Луной. И зрелище это очень даже оп, вот она Луна. Вот так, наверное, будет хорошо. Под утро сблизится Юпитер. А что ж Юпитер? Юпитер 3 дня назад с Луной сближался. Сатурн сблизится на 1 угловой градус. С Луной, но будет уже светать. У нас же тут 21 июня, самая короткая ночь на носу, и этого момента мы не увидим. Так что будем довольствоваться тем, что есть сейчас. Поехали к Юпитеру. Так, вот Луна, а вот тут у нас Юпитер. Вот он, я его вижу. Еще бы фотоаппарат его увидел, было бы вообще великолепно. Да, все-таки то, что небо чистое, это только мои иллюзии. Раз такие сложности с наведением, значит, есть дымка, которую я визуально практически не наблюдаю. И ушел в белый свет, как в копеечку. Наш Юпитер. Никуда не уходи. Без меня, по крайней мере. Юпитер видим, где спутники.
Смотри. Да, сгущается у нас дымка, потому как даже второй дубль был получше. Там и Европу было видно. Справа от Юпитера. Ну, вон она видна, еле-еле справа от Юпитера Европа. Потом идет Ио слева, потом Ганимед чуть выше. А Каллисто даже признаков жизни не подает. Он чуть-чуть левее. Да, хорошо, что пораньше вышел. Тут дожидался максимального сближения Сатурна с Луной, а за это время небо затянулось. Ну да, Европа, он хорошо видна справа. И Ио с Ганимедом видны. А Каллисто... Ни громульки не видать. Ну лады, короткое видео получилось не коротким. 19 июня 2019 год, Харьков. Сейчас попробуем еще, может, ветром там разнесет эту дымку.